чтобы мне сейчас в лоб не стреляли. Оно не стреляет, просто воды нет. Стреляет, когда попадает хотя бы грамм воды, тогда будет фейерверк. Понял. Здорово. Пост, масло, интерес. 2023 год. Салюх, что ты все головой-то машешь? Туда кидают, а надо в ротик телечку кидать. Убежали. Я и сказала, убегут. Со всеми торговать, да. Да, это нормально, совершенно. Что те красивые. Угу. Вот эти похожи на какого-нибудь. Да. Мне был какой-то набор раньше, который типа что-то там с апиролем. Апиролем не пахло, но было приятно. Ну, понятно. Не, ну вот эти, конечно, мне это нафиг не надо, но оно такое красивое. Ну, оно же так. Это не мусорка, это тумбочка. Тумбочка, хотя она приятная, это мусорка. Окей. Thank you.
окошечко на вокзале. Цири. Давайте сегодня с вами поговорим о товарах для кей-поп и коллекционирования, которые могут нам помочь в этом коллекционировании кей-поп мерча, кей-поп картона, стафа и тому подобное, и которые можно купить с Wildberries. Я тут собрала небольшую такую подборочку, так скажем, где эти товары можно купить, найти на Wildberries. Ссылки на все я оставлю внизу в описании под видео, если вас что-то заинтересует или если вам что-то будет полезно или нужно в этом небольшом отрывке видео, заглядывайте вниз в описании под видео, там все обязательно будет. И начать я хочу с самого такого простого, но самого важного, это листы для биндера. Во-первых, у меня заказано несколько пачек обычных листов для биндера, просто на 4 ячейки, они идеально подходят под мой биндер такой вот целиночкой. Уже несколько наборов у меня тут есть, вот они в конце. Обычные, нормальные, хорошие листы, которыми я более чем довольна. Следующие листы, которыми вы можете, так скажем, разнообразить вашу кей-поп-коллекцию, это вот такие вот голографические листы. Но это даже не голографические, они с такими мелкими-мелкими блестками. Я надеюсь, это видно. Очень они как-то выигрышно и красиво смотрятся в биндере. Я поместила сет-карт из гритинга вот как раз-таки в такие листы, чтобы как-то его выделить. Они чуть меньше по размеру. Я думаю, это видно, что вот заканчивается обычный лист, а вот заканчивается лист с блестками. Но все равно кольца совпали идеально. Это самое главное. И даже то, что они чуть меньше, это как-то хуже не выглядит. Тут я оставила еще листочки для второго сета из глиттинга, а тут вот этот сет, и также в разделе с Stray Kids у меня также для глиттинга Stray Kids, для сетов карт оставлены вот такие вот листочки, очень классные листы, они односторонние, они хорошего качества, они плотные, да, вот тут нет кармашка, с одной стороны только. Единственное, что иногда приходит с заломами, вот у меня на нескольких есть вот тут небольшие, видно, да, вот тут. Небольшие заломы, но в целом очень классные листы. Если вам такое нравится, то тоже рекомендую. Обязательно попробуйте, закажите, посмотрите, вдруг как-то вам приглянется. Следующее – это протекторы. Голографические протекторы тоже есть на Wildberries и с блестками, и с битым стеклом. Всяких разных навезли, набарыжили с того же самого AliExpress. Если вы не хотите ждать, то заказывайте на Wildberries. Никакой разницы. Но я заказала обычные протекторы. Тут было 100 штук, но сейчас, мне кажется, тут уже половина осталась. Моим уровнем коллекционирования. Очень классные протекторы. Я тоже оставлю на них ссылку. Я надеюсь, что они все еще в наличии и что их можно купить, потому что реально одни из самых классных протекторов, которые я использовала. Мне очень нравятся протекторы Card Pro, но их никогда нет в наличии. Каким-то чудом один раз я ухватила несколько наборов, еще больше мне они никогда особо-то и не попадались. Эти протекторы мне попались чисто случайно. Они плотные, прозрачные, очень качественные, без каких-либо заломов, без каких-либо еще чего-то. Это не просто какой-то такой прозрачный полиэтиленовый пакетик, а они действительно какую-то плотность имеют. При этом достаточно прозрачный, не какие-то там странные, не какие-то мутные. Очень классные протекторы, советую вам обратить на них внимание. Мне они безумно нравятся, надеюсь, что они еще в наличии, надеюсь, что они не безумно подорожали с тех пор, как я их купила. И следующий момент – это пакетики. Как бы это ни было забавно, но вот такие вот пакетики я заказывала под открытки. Вот тут вот я вам сейчас покажу. У меня все открытки помещены в такие как бы пакетики-протекторы. Мне как-то стало жалко, что у меня просто так лежат эти открытки. Я решила их распихать всех по пакетикам. И вот тут вот тоже. Гармошки я не стала помещать, а вот эти вот любовные письма у меня тоже все в пакетиках. Не знаю, насколько это загон уже какой-то мой личный, но в любом случае надеюсь, что я не одна такая, что кто-нибудь тоже помещает всякие открытки и тому подобные вложения тоже в некие такие протекторы. В общем, пакетики. Это очень-очень дешево, на самом деле. Вот этот набор я купила вроде бы что-то за 120, вот этот побольше я купила за 160 или 150. Вот этот набор пакетиков, он шел 10
на 15, но дело все в том, что тут вот эти швы, которые отнимают, так скажем, где-то, не знаю, 0,5, в итоге открытка сюда не влезает. Пакетики эти оставила я просто для упаковки карт, да, я их продаю. Очень удобно упаковать карту, ну, в картонку, соответственно, в переплетный картон, а потом поместить еще в пакетик. Мне на почте не придирались, что там у вас какие-то там вложения такие небумажные. Никто ничего не щупал. Если какие-то подарки вы кладете или еще что-то, это не болтается по всему конверту. Не намокнет, если вдруг что, если вдруг кто-то что-то прольет там на ваше письмо. Очень удобно, стоит недорого. Тут 100 штук, 100 карт еще продать как бы надо, а пакетики классные. Вот эти я заказала вдогонку. Тут волосок моей кошки, окей. Вдогонку, так скажем, потому что вот эти оказались, как я сказала, малы под открытки, пришлось все равно что-то заказывать, и заказала вот такие, они уже идут 12 на 15, то есть вот так вот они 12, ну да, остается небольшой такой кусочек, небольшой такой уголок, который как бы болтается, но ничего страшного, лучше пусть болтается, чем будет впритык или как-то мало, тоже все то же самое, с клеевым клапаном, все заклеивается, очень удобно. И всем советую, если вы тоже любите также заморачиваться над организацией, хранением вашей кей-поп-коллекции, то присмотритесь, как я уже сказала, ссылки будут внизу в описании под видео. Небольшой такой обзор товаров для кей-поп-коллекционирования у нас с вами получился. Я надеюсь, что вы нашли что-то полезное для себя. Также поделитесь в комментариях, что вы покупали на каком-нибудь Wildberries или Озоне для коллекционирования, для вашей коллекции, для организации вашей коллекции. Мне будет очень интересно, есть ли у вас какие-то фишки там, как организовывать вашу коллекцию. Может быть, у вас там какие-то суперклассные листы или еще что-то такое. Обязательно рассказывайте, делитесь обо всем в комментариях, мне правда будет очень интересно почитать. Медведь покатился. Да? И где твой шнурок? Я человек с высшим образованием, между прочим, знаешь. Так я тоже, мы вместе учим. Я в курсе. Нет, ну вообще убирайте уже, давайте тут цветов каких-нибудь. Март месяц там. Да.